Христос воскрес! Православные, сегодня мы решили отметить Пасху, приготовить медведика с лапшой. Вот, я уже замариновал, разморозил медведя. Спасибо, Володя, за добычу. И порезал его на мелкие куски. И замариновал его с лучком, с солью, двумя видами перца и всякими ароматными травами. Тут у меня и розмарин, и смеси трав всякие разные, чабрец, майоран. Короче, куча ароматных трав. Вот сейчас у меня уже кипит масло. Сейчас порежу лучок, туда добавлю. И будем готовить медведя. Традиции обжарили лучок до золотого цвета. И теперь можно и добавлять медвежонка нашего. О, сколько. Пускай жарится. Две морковки вот так порезали такими крупными длинными ломтиками. Да, вот такие морковки такие средние. Тоже добавляем их сюда. Так, теперь добавляем кипятка. Да где ж у них ты его найдешь-то? Попробуй, ведь. Чего? Какой мы купили кого? Какой мы туда добавили еще. Ну, еще соли, зиры, кориандра. И еще добавили красного чилийского перца. В принципе, получилось вроде довольно-таки. Ну что? Прикольно. Чего? Мы уже попробовали кусочек медведя. Он уже почти готов. То есть как раз ему осталось минут 10 довариться. То есть как раз самое время засыпать лапшу. Как раз и лапша сварится, и медведь доварится. Так вот. Высыпаем. Вот у нас тут в сумме чуть меньше, чем пачка, наверное. Вот так мы его произвели. Оп, и перемешиваем. Я боюсь, что он ест. Вот еще жидкость есть. Наверное, хватит свариться. Если не хватит, то я еще пойду кипятка подолью. Так. Я еще долил кипяточка. И теперь надо добавить помидорчиков для кислинки. Помидорчики и кислинку дадут. Вот такая получилась лапша с медвежатиной. Сейчас будем пробовать. Господа, пробуем медведя. Да, вкусно, да. Вкусно. Должно вкусно, вкусно получиться. Да. А ты уже попробовал тебе, Саш, да? Да, вкусно. Дядя Вить, ты попробуй. Только надо быстро, потому что стынет. Давайте. Быстро. Оп. О. И закусим медведем. Вкуснота. Смачик, оп. Медведка.